Оглашается вводная редактивная часть постановления. Судья Волжского районного суда города Саратова Рыбов, пресс-секретарь Бугунова, с участием прокурора прокуратуры Саратовской области Шинбакова, Черкасова, заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области, Маркова, подозреваемого Прихранова, его защитника, адвоката Морозова, Кирилина, рассмотрев постановление заместителя руководителя отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Маркова, возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Прихранова Дмитрия Петровича 7 июля 1968 года рождения, уроженца города Свислоч, Свислочского района Гродненской области, области Белорусской ССР, гражданина Российской Федерации, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, работающего главой Энгельского муниципального района Саратовской области, несудимого, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями статьей 108 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, постановил в удовлетворении постановления заместителя руководителя отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Маркова о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Плеханова Дмитрия Петровича 7 июля 1968 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, отказать освободить Плеханова Дмитрия Петровича из-под стражи в зале суда. Настоящее постановление может быть обжаловано в Саратовский областной суд в течение 3 суток со дня его вынесения. Решение судом понятно? Понятно. На этом суде продолжается объявление.